Загадочный сундук изобилия. До плановых технических работ 15 июня, в период проведения ивента, загадочный сундук изобилия можно купить в магазине алмазов в обменном пункте магазина Пандоры за 602 адены. Может приобрести персонаж 10 уровня и выше один раз на аккаунт. Содержимое. Сундук наследника со снаряжением на выбор. Милость Эн-Хасад 30 дней. Монета наследника. Кольцо наследника 3 хроник. Куб изобилия. Сундук наследника со снаряжением на выбор позволяет получить снаряжение на выбор, которое можно добавить в коллекцию. Предмет «Милость энергии» 30 дней. Если применить предмет, то уровень энергии Эн-Хасад меньше 200 не расходуется. Монета наследника. Особая монета для получения ежедневного бонуса. Начало эпохи изобилия. Кольцо наследника. 3 хроник. Физзащита плюс 2. Точность плюс 2. Макс ХП 150. Макс грузоподъемность плюс 300. Можно добавить в постоянную коллекцию. Куб изобилия. Позволяет получить припасы, материалы для развития и т.д. Можно использовать повторно каждые 12 часов. Начало эпохи изобилия. До плановых технических работ 27 июня. В период проведения ивента можно получить щедрые награды. Основную ежедневный бонус «Начало эпохи изобилия» можно получить с помощью монеты наследника. Монету наследника можно получить из загадочного сундука изобилия, купленного в магазине алмазов в обменном пункте магазина Пандоры. Ежедневно можно получить 350 тысяч аден. Дополнительно ежедневный бонус по дням видите на экране. Карта класса высшего качества 11 раз. Сундук испытания с редкими доспехами. Реликвия энергии и т.т. Золотой билет Леи. Класс и Агатион позволяет повторить попытку синтеза класса наивысшего ранга из вашей истории синтеза. Доступна для персонажей 40 уровня и выше. Используя золотой билет Леи в качестве материала, можно совершить особое создание. Карта редкого класса, карта редкого Агатиона. Сундук изобилия развития. До плановых технических работ 15 июня 2022 года. Сундук изобилия для развития 10 уровня можно приобрести за 602 адены во вкладке «Обменный пункт магазина Пандоры» меню «Магазин алмазов». Предмет «Сундук изобилия для развития 10 уровня» можно приобрести персонажем 10 уровня и выше один раз на аккаунт. При открытии сундука изобилия для развития уровня 10 можно получить указанные награды. Награда зависит от целевого уровня, начиная с 10, затем 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Награды сундуков Адена, свитки поручения, изобилие для развития. Фиксированная награда бонус опыта плюс 30%, плюс свитки пробуждения, защиты, боя 3 штуки. Сундуков, начиная с 35 уровня, свиток сброса дается с сундука. 40 уровень, серьга дракона огня плюс 2, сразу заточена на плюс 2. 45 уровень, серьга дракона земли плюс 2. 50 уровень, браслет берсерка плюс 2. И 55 уровень, браслет стража плюс 2. Захват подземелья. Вторая неделя. Остров неистовства. До плановых технических работ 8 июня, в период проведения ивента, при охоте на монстров на острове неистовства с определенной вероятностью выпадают предметы монета захватчика. Монета захватчика позволяет создать указанные предметы. Сундук со свитком поручения Эн-Хасад. Карты класса. Предметы для создания вы можете найти, нажав меню «Создание», «Ивенты», «Захват подземелья». Эффект. Изобилие энергии и развития.
до плановых технических работ 15 июня в период проведения ивента применяется положительный эффект, который увеличивает пополнение энергии Энхасад на 100%. Название положительного эффекта – Альянс Грации. Пример. Действие эффекта. При использовании реликвии энергии, в том числе с пометкой «Привязка ивент», происходит пополнение энергии Энхасад на 200%. А также в период проведения ивента применяется положительный эффект, который увеличивает получаемый опыт на 20%. Название бафа Альянс Развития. Примечание. Эффект Альянс Грации не применяется к энергии Энхасад, полученной по почте, в качестве награды за задание и т.д. Особый дар изобилия. До плановых технических работ 15 июня в период проведения ивента каждый день 12 часов по почте выдается особый дар изобилия. Награды будут выдаваться только в течение 3 часов, поэтому обязательно заберите их из почты вовремя. Энергия Энхасад 1000 единиц, часы острого неистовства 1 штука, зелье развития 1 штука, руда духов 100 штук. Как всегда, график ивентов. Понравилось видео, поставь лайк, подписался и свободен. Всем до новых встреч.